Сегодня снова в Заре, последние скидки, последние так, остатки сладкие, поэтому примеряю вещи. Понравилась такая концептуальная кофточка. Посмотрите, как ее можно одевать, разные варианты для сочетания в свой гардероб. Она сама сделана из флиса, можно использовать ее как накидку у себя на плечи, и там сейчас можно повязывать такие вещи на бедрах. Кофта стоит 290 гривен. Вот такая мне понравилась кофточка. Это без скидок, это новая коллекция. Основа сетка. Но она классная тем, что ее можно будет сочетать зимой с пиджаком, как первый слой. Сейчас я меряю вот такой вот интересный блузон в китайском стиле. Мне нравится очень красивый цвет. Мне нравится, что не завязывается на такие узелки. Что-то здесь в этом есть такое роскошное, как бы по-богатому смотрится. Этот такой вариант накидки мне очень нравится. Нашла такие брюки, это 290 гривен цена этих брюк, я их не взяла, но смотрите, сочетаю с новой коллекцией, с таким блузоном. Блузон весь в пайетках, пайетки крупные, очень красиво сочетается с мелким таким камнем. Тоже у этого блузона нет пуговиц, все на таких маленьких завязочках. Как-то романтизм в этом образе, благодаря завязочкам получается. Мне понравилась эта кофта. Я даже подумала, возможно, стоит ее купить или присмотреться к новогодним праздникам. Это была бы красивая вещь, красивая бы такая накидка была на вечернее платье. Кстати, хочу сказать, что много появилось интересных оттенков винных, коричнево-винных. Я вам одно платье здесь примерю. Вот такая тоже еще интересная жилетка на молнии, тоже 290 гривен стоит. И вот меряю платье. Платье само в таком вот бельевом стиле. Цвет, обратите внимание, какой красивый цвет. Такого цвета будет много в этом сезоне. Это, так сказать, топчик. И пройдемся немножко по залу, я покажу вам новую коллекцию. Все-таки остается анималистичный принт, но он изменился. Уже нет таких ярких пятен. Такое вот что-то такое гламурное, такое серенькое появилось. Посмотрите, как у питона кожа. Есть прям целые костюмы, брюки, палаццо, жилеты. Есть платье, и качество очень интересное, неплохое, такое шелковистое. Так, что мне понравилось? Смотрите, вот такая интересная блузка. Вся она так как бы выбита, каждый листочек отдельно. Есть очень красивые вещи с пайеток, снова много жилетов. Я думаю, что в этом сезоне жилеты продолжают быть актуальными, так что кто не взял, покупайте. Смотрите на обувь, вся еще обувь в сеточку. Очень красиво есть босоножки на высоком каблуке в винном стиле. Ну, такого чего-то еще осеннего, еще теплой осени нет, все еще лето. Мне понравились вот эти рюшики, вот кофта эта с рюшами и опять завязочки. Так смотрится по-женски, очень красиво. Смотри, новые какие сережечки такие тоже, вот женственный такой тип создают ягодки. И листики, такие же листики, я обратила внимание, есть и Массимо Дутти, немножко только по-другому устроены. Понравилась вот эта блузка, прям блузка издалека видна, очень шикарно смотрится, яркие цветы. Не только меня одну привлекает, я увидела, что женщина тоже захотела рассмотреть блузку. Красивая, яркая. Мне кажется, что если образ такой весь, там белые брюки, белые туфли и такая блузка, будет очень красиво, выигрышно смотреться. Вот так бы я пошла на первый звонок к своему, например, внуку или к своему ребенку. Так, и вот посмотрите, сколько работы на этой кофте. Очень красивые такие розочки, они прям как аппликация. Пайетки. Еще раз говорю, что пайетки в моде, в моде. Я уже, кстати, сегодня гуляю в блузке, которую купила в Заре несколько дней назад. И винный цвет, очень красивый винный цвет. Обратите внимание, какие классные босоножки а-ля Мэри Джейн с камешками. И, конечно, цвета очень яркие и красивые. Кто не подписался на мой канал, я вас прошу, поставьте лайк, подпишитесь, переходите на мой канал. И жду вас снова и снова. До новых встреч, хорошего вам настроения.